проводим мастер-класс совместно с компанией Karl Storz, который посвящен вопросам безопасности в хирургии, вопросам обучения хирургов, практическим навыкам. Здесь мы практикуемся на тренажерах. Любой желающий, и ординаторы, и опытные хирурги могут прийти и попробовать свои мануальные навыки. Не все можно сразу попробовать в операционных. Некоторые навыки нужно отработать до этого на тренажерах. Уже не существует изолированных хирургов, которые делают исключительно операции открытые. Практически весь объем хирургических вмешательств, некоторые в 100% случаях, выполняются лапароскопически. Поэтому тренажеры являются неотъемлемой частью для развития мануальных навыков, для отработки интракорпорального шва, для отработки интракорпоральных узлов разных видов. В больнице имени Кончаловского очень развита лапароскопическая хирургия. Послеоперационный период у пациентов с лапароскопическим вмешательством протекает гораздо благоприятнее, меньше болевой синдром, пациенты быстрее выписываются из стационара. Мастер-класс был достаточно интенсивный, формат очень интересный, поскольку он предполагал больше участия непосредственно сотрудников больницы. Данный цикл прошел, на мой взгляд, очень успешно. Практически все врачи, кто хотел, отработали, повторили свои навыки, освежили за счет лекционного материала свои знания об инструментах, как ими пользоваться, о том, что их надо использовать достаточно бережно, при каких операциях использовать. Поэтому я думаю, что будем оперировать теперь больше, красивее, постараемся вылечить еще больше людей. Сотрудникам фирмы Karl Storz, наше российское представительство, отдельное спасибо. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.